Доброго времени суток. Это Степа. Это стекло для телефона Hightech Zero F. Вот какое стеклышко с набором инструментов. Здесь набор инструментов к нему. Хорошее стеклышко. Присоска. Лопатки. Это было в подарок. Отличная, конечно, упаковка для стекла. Пенопластовая. А это подарок. Ну, как бы комплект. Не подарок, а комплект. А присоска мне нужна постоянно. Присосочка вот есть. Достаточно такая силиконовая, хорошая. Такие вот штучки. Съемники для стекол, чтобы стекло делать. Пара отверточек. Плоская маленькая, крестовая маленькая. Липкая. Липкие полоски уже в комплекте, который клеится на стекло, чтобы приклеить его на этот. То есть не надо там самому вырезать, подрезать. Сразу вот нарезанные. Ну и что там за стеклышко? А, вот. Хорошо, все упаковано, отлично, быстро. Трек отслеживался. Вот, стеклышко. Сюда мы будем наклеивать. Уже готовые вот полоски есть. Смотри, да, все хорошо. Сам телефон даже не знаю, где лежит. Где-то он лежит. Вот он телефон. Стеклышко, у него разбитое стекло. Вот его этот, родное. Все хорошо, трек отслеживался. У этого продавца можно заказывать сенсорные стекла, тачскрины. Хороший продавец. Тоже шло где-то, ну, дней 15-16. Трек тоже отслеживался, хороший продавец тоже. Как и жесткие диски, очень быстро пришло, и трек отслеживался. Может быть, кому-то будет полезно. Всем спасибо, до свидания.